давайте знакомиться. Специальное предложение дня. Комплект для сна «Камель». И это целый комплект. Мы сегодня по супер выгодной цене забираем и подушки, и одеяло. У нас 6 вариантов. Цена только сегодня от 1499 рублей. Вот они, комплекты. Вы можете выбрать как полутораспальное одеяло с одной подушкой, так и выбирать двухспальные евроразмера с двумя подушками. На любую кровать сегодня найдется свой комплект постельных принадлежностей. И найдется по супер выгодной цене. Но, Юль, у многих возникает вопрос: а у меня уже есть подушка с одеялом. Зачем мне вообще новенький-то комплект? Ну, подушки с одеялом действительно есть у всех. Как-то же надо укрываться и на чем-то спать. Но подушки с одеялами устаревают. Многие до сих пор спят на пухе, на пере или под тяжелыми ватными одеялами. Не рекомендуют медики так делать. Раз в 5 лет постельные принадлежности обязательно нужно менять, чтобы постель была свежий, без пыли, сон крепким и здоровым. Поэтому сегодня комплект для сна «Камель» с натуральной верблюжьей шерстью, но при этом облегченная и легенькая, и согревает одновременно. Вот вы сейчас посмотрите, сколько раз вы меняли комплект спальных принадлежностей, сколько лет прошло, когда вы обновляли. Давно? Тогда сейчас самое время, ведь комплект для сна сегодня — это специальное предложение дня. Самая выгодная цена, которая действует только до полуночи по московскому времени. Но Юля сказала очень интересную вещь, что в комплекте верблюжья шерсть. Юль, это как? Где она у нас тут находится? А вот так вот, внутри, под чехлом из глосс сатина, ваш крепкий и здоровый сон. Он в моих руках. Специально достала образец, чтобы показать. Ну, во-первых, верблюды используются особенные. Прочесанная. Такая шерсть мягкая, уютная, она дает сухое тепло и рекомендуется людям с ослабленным иммунитетом. А сейчас весна, время, когда вторая волна, не дай бог, простудных заболеваний, поэтому легкое сухое тепло, но при этом нет парникового эффекта. Вот это хорошо. Вот это да! Вы посмотрите, сколько важных элементов приносит в наш сон, из чего сделан наш комплект для сна. Юль, ну и приятно, что ни один верблюд для нашего комплекта не пострадал. Ни один не пострадал, одеяло полностью простеганное. Если вы практичная хозяйка, это вариант точно ваш. Одеяло, которое можно будет постирать в машинке. Подожди, что? Как это? То есть свернуть и положить в стиральную машинку и постирать? Совершенно верно. При температуре 30-40 градусов одеяло из верблюжьей шерсти — это современная интерпретация одеяла из верблюдов — можно постирать в машинке. А как вы ухаживаете за спальными принадлежностями? Все еще ждете весны, вытаскиваем на балкон, на солнышко, прогреваем, чтобы как-то, да, сделать его более свеженьким. Нет, теперь можно, как и комплект постельного белья, и также одеяло постирать в стиральной машинке. Это же какая гигиена. Юль, вот правда, весна. Заболели, почихали на свое одеяло, все бактерии, потом раз, постирали, и оно свеженькое, чистенькое. Ариночка, к разговору о бактериях, это правильную тему затронула. Одеяло с наполнителем из натуральной верблюжьей шерсти создает не только правильный микроклимат в постели и сухое тепло, а еще избавляет нас от токсинов, которые выделяем мы в течение ночи, наша кожа, и от микроорганизмов вредных, потому что внутри этого волокна находится ланолин, который убивает микроорганизмы. Вы уверены, что будете спать крепким и здоровым сном, и ничего во время сна не пошатнет ваше здоровье. Но помните, что мы заботимся о своем здоровье. И сегодня мы выбираем не только одеяло по размеру, мы выбираем и подушки. Есть у нас размер евро 50 на 70, можно выбрать как одну, так и две. Но есть любимый наш с Юлей размер, я думаю, полстраны Юлька нас с тобой поддержит. Это размер точно. 70 на 70. Вот такое большое пушистое облачко. И как мне подсказывают, самым популярным размером у нас становятся две подушки размером 70 на 70 и двуспальное одеяло. Вот из Саратова, кстати, уже несколько заказов поступило именно на такой комплект. А вы как проводите свое утро? Нежитесь в постели? Тогда обратите внимание на спальные принадлежности. Вот покрутитесь, комфортно, уютно. Может быть, сейчас то самое время, когда нужно вооружиться телефоном, сделать один бесплатный звонок и обновить свою спальню. Ну, Юленька, вот про одеяло мы рассмотрели, а вот подушки, где же там у нас верблюжья шерсть? А давай посмотрим, и я вам обязательно покажу. Находится наша верблюжья шерсть в подстежечке. Подушки двухобъемные, они с чехлом, и чехол простеган как раз достаточным количеством натуральной верблюжьей шерсти, чтобы не пускать вредные бактерии во время сна, чтобы мы этим не дышали. Вот эта прослоечка. О, здесь это агрессивная среда
для бактерий. Они сюда попадают, умирают, а мы с вами спим в чистоте. И главное, с соблюдением гигиены, здорового сна. А второй объем – это Эко-Лайф, современный аналог лебяжьего пуха. За ним ухаживать, в принципе, не нужно вообще. Это современное инновационное волокно, обладающее правильной степенью упругости. Так, а подушки мы можем как одеяло постирать? Подушки можем постирать, снимаем чехольчик на молнии. Вот найди, на 70-70 тоже есть молния. Так. И чехол мы отдельно стираем в машинке. Чехол из глосс-сатина, посмотрите, какой красивый. Подарите одно удовольствие. Вот так, смотрите, молния, Юленька, как прям по маслу скользит, как по скрипочке смычок. Вот качественная фурнитура, согласна с тобой. Все продумано. Ну, Юль, выбирая подушки, еще нужно понимать, какой наполнитель. То есть вот у пуховых часто весь наполнитель скатывается в угол. И мы спим уже не на подушке, а на наволочке. Бывает такое, но только не с нашими подушками из комплекта для сна «Камель». Здесь у нас полностью ровненько распределяется наполнитель. И наша гирька здесь как нельзя, кстати. Не просто так ее поставила, тяжелую, 10-килограммовую, на наш наполнитель, чтобы показать упругость подушки. То, что дает нам комфорт во время сна. Не для утренней зарядки. Вот так вот. Она задышала. Это значит, будет восстанавливать хорошо форму. Не будет скатываться в уголок. Поддержка шейного отдела позвоночника правильная. Значит, не нарушен кровоток, никакой бессонницы и головной боли. И посмотрите на цену. Специальное предложение дня. Сегодня мы забираем комплект. Юля, еще один вопрос из колл-центра. Да. Не будет ли аллергии на верблюжью шерсть? Ни в коем случае. Внутри ланолин. Это вообще вещество, которое убивает бактерии. Так что, если есть аллергики, то не сомневайтесь, все будет в порядке. Тем более чехол, да, это еще дополнительная защита. И очень здорово, что верблюжья шерсть, вообще она даже окрашиванию не поддается. Это ноль химии. Комплект для сна «Камель» сегодня в 6 вариациях для вас. Можно выбрать любые подушки размером 70 на 70 или 50 на 70. И одеяло, начиная от полутораспального, двухспального и евроразмера. Сегодня вы сами обновляете свое спальное место, делаете подарки для родных и близких, но еще и экономите, потому что, Юленька, номер для ваших заказов всегда бесплатный, многоканальный. Ну, от тебя рекомендую начинать знакомство именно с специального предложения дня, потому что оно всегда одно из самых популярных, а значит, проверенных. Потому что это ваша инвестиция в крепкий и здоровый сон. Комплект для сна «Камель» сегодня включает и одеяло, и подушки с натуральным наполнителем из верблюжьей шерсти, прочесанное. Волокно легенькое, одеяло дает и легкость, и сухое тепло. И вы получите новое ощущение с комплектом для сна «Камель». Успейте сделать заказ свой сегодня.